Здравствуйте, я вам вас приветствую на сегодняшнем круглом столе. Продолжая наши виртуальные встречи, мы не будем только в виртуальных условиях разговаривать, но будем также говорить о том, как интернет влияет на парламентариев и как он воспринимается в контексте доверия. Будут интересные дискуссии с панелистами, с представителями парламента из всего мира. Надеюсь, что за 90 минут мы сможем поговорить на тему интернета и доверия. Но очевидным является то, что в настоящих условиях нам нельзя говорить о том, что касается интернета, политики и так далее, и парламента без COVID-19. На этом мы тоже будем сосредотачиваться в нашей дискуссии, также и на том, как парламент отреагировали на ситуацию пандемии. Мы являемся свидетелями в нашем вовлечении в межпарламентский союз, что парламенты перешли от парламентского обычного поведения к дистанционным парламентом, то есть институт, который имеет физический характер, может все более полагаться на интернет-соединение. И не только депутаты, но также весь персонал может таким образом работать. Парламенты меняются во многих странах, они становятся чем-то другим. Мы перешли через период радикальных, насильственных инноваций, и спустя несколько месяцев мы не знаем всех ответов, но появились новые решения. Надеюсь, что сегодня мы сможем во время нашей беседы отнестись к таким темам, где парламенты играют роль в контексте управления интернетом, интернет-порядка. И это разговор, в котором принимают участие две стороны. Парламент — это такие институты, которые устанавливают закон. Я знаю, что проходят многие дискуссии, также и в ИКФ, на тему правовых рамок, в которых мы функционируем, и как в которых должен функционировать интернет. Национальное законодательство не является значимым во многих случаях из-за того, что оно преодолевается другими положениями закона. Интернет – это тоже сложный вопрос, и это усложнило правовую ситуацию. Вторая сторона этой ситуации состоит в том, что мы, как законодатели, то есть члены парламента, должны понимать разные сложные технические вопросы, но также и вопросы, которые касаются доверия и приватности. Кроме того, с нас требуется, чтобы мы действовали глобально, и мы видим, что парламенты также работают в рамках сотрудничества для того, чтобы понять, как мы ощущаем воздействие на интернет и на другие общественные структуры в настоящей ситуации. Надеюсь, что во время сегодняшней встречи, которая вытекает из прошлой встречи, когда мы ввели этот круглый стол парламентариев, мы сможем поговорить о том, как интернет влияет на жизнь политиков, как он влияет на восприятие общественным мнением, доверие к политикам. Но члены парламента и законодатели могут влиять на поток информации и понимать вопросы, которые касаются умения пользоваться информацией и компьютерами. Как они могут быть спикерами интернета будущего. Сегодняшняя дискуссия ведется Межпарламентским союзом, делом ООН по общественным делам. Я хотела бы попросить замгенсекретаря Организации Объединенных Наций взять слово, господина Хин Жан Мин. Вам слово, пожалуйста, вступительные слова. Пожалуйста, вам слово. Спасибо большое за это отличное модерирование нашей сессии. Уважаемые члены парламента всего мира, мы приветствуем вас сердечно за круглым столом парламентариев, который обращает особенное внимание на те проблемы, которые затрагиваются ИКФ. Из-за пандемии COVID-19 наша встреча проходит полностью виртуально, и она ведется ООН. Я хотел бы поблагодарить также Межпарламентский союз за со-модерацию этого круглого стола наряду с отделом по экономическим и общественным вопросам ООН.
это именно он впервые в прошлом году организовал круглый стол в Берлине. Это сессия, которая имела огромное значение для нас. Мы смогли обмениваться лучшими образцами по вопросам интернета и политики. В текущем году мы являемся свидетелями уничтожающего влияния пандемии COVID-19. Она показала возрастающие зависимость от интернета. Мы полагаемся все время на интернет. Мы хотим обеспечить доступ к интернету для всех. И эту цель можно добиться. Это имеет также влияние на другие темы этого круглого стола. То есть мы должны строить доверие уже после пандемии со всей уверенностью. Национальные парламенты и парламентские институты играют критическую роль, а также они имеют значительный вклад в повышение осведомленности об интернете, а также на использование интернета для блага всех. Они также осуществляют цели уравновешенного развития. Кроме этого, парламенты несут ответственность за подготовку положений закона, а также определение того, как люди и организации входят в взаимодействие инклюзивным и полным доверия образом, особенно в так быстро расширяющемся интернет-пространстве. Дорожная карта субсекретаря ООН обращает внимание на действия, которые могут действительно внедряться в осуществлении путем сессии ИГФ, особенно учитывая парламентский путь. Я хочу поощрить вас, чтобы вы реагировали на то, что происходит. Я желаю вам удачной сессии и спасибо большое за внимание. Большое спасибо. Извините, у меня была проблема с соединением. Я сейчас также на Шотландских островах, которые находятся далеко от действительности, поэтому интернет иногда выключается. Сейчас Мартин Чангун, который является генсекретарем Межпарламентского союза. Пожалуйста, вам слово. Большое спасибо за модерирование этой сессии, господин генеральный секретарь, уважаемые члены парламента, уважаемые дамы и господа. Для меня это одно удовольствие, что могу обратиться к вам в начале этой части парламентской сессии, которая охватывает тему интернет-порядка и форума ИГТ. Я горжусь тем, что мы вместе организуем это мероприятие вместе с отделом ООН. Я хочу поблагодарить польский парламент за оказанную поддержку. Нам не удалось в этом году встретиться лицом к лицу. Надеюсь, что в будущем будут у вас еще многочисленные возможности, чтобы это сделать. Уважаемые дамы и господа, вы отнеслись к прошлогоднему форуму, когда был призыв к более высокому уровню сотрудничества между парламентариями, и был также призыв к тому, чтобы встречаться и обмениваться проблемами, связанными с общественной политикой. Я очень рад, что IPU также поддерживает второй круглый стол для того, чтобы поддержать парламентариев, для того, чтобы поделиться лучшими образцами. Я восхищен тем, что голос парламентариев начинает быть слышимым выразительно. Наш форум
опирается на прозрачные дискуссии заинтересованных лиц на тему политики, и он является очень важным для того, чтобы укреплять доверие к работе парламента, а также расширять знания об интернете. IPU, конечно, сильно сосредотачивается на укреплении парламента, а путем нашего центра для инноваций в парламенте мы, а также участвующие парламенты в нашей работе, с гордостью можем представлять лучшие образцы для цифровой инновации. Эта роль была видна во время нашей работы, во время обмена опытом в виртуальных парламентах и гибридных парламентах, что дало возможность функционировать нашей демократии в этот период, который является полным вызовом. Парламенты должны сыграть мощную роль в этих демократических системах, но они также связаны с миром вокруг. Интернет является инструментом, который вводит огромную трансформацию в области знаний, информации и коммуникации. Интернет стал также безопасным или, наоборот, опасным инструментом и уничтожающим инструментом из-за ложной информации и сговоров. И парламентариям предстоит эти темы затронуть, а также приготовить законодательство о равном доступе, а также о защите общества от вреда и от желания уничтожить демократию. Интернет нельзя заменить ничем другим, но нам нужно контролировать опасные потоки ложной информации. Мы должны быть в состоянии доверять тому, что мы видим онлайн. Мы также должны быть в состоянии доверять законодателям в том, что они будут действовать от нашего имени. Интернет починил вред. И поэтому очень важно, чтобы парламентарии и законодатели работали проактивно для того, чтобы восстановить и укрепить доверие к демократии, а также гарантировать, что граждане будут чувствовать себя безопасно онлайн и смогут доверять информации, которую они там находят. Мы должны также понять, как эта информация читается, как оперирует, как функционируют соцсети и как справиться с отрицательным влиянием, которое настолько большое, что оно касается не только ложной информации, но также и хакерских атак. Когда я смотрю на экран, я вижу, что 60 человек, которые участвуют в нашей сегодняшней встрече, как я сказала раньше, я вас поздравляю с тем, что вы на первой линии этих дебатов, на первой линии дискуссии на тему доверия в этой новой цифровой действительности. Надеюсь, что вы откликнетесь на этот вызов и предпримите действия, которые смогут быть внедрены в жизнь. Спасибо большое. Я желаю вам удачной дискуссии. Гарантирую, что IPU будет готова, чтобы поддерживать любые рекомендации, которые будут разработаны после нашей встречи, и мы будем переходить к очередным этапам этого процесса. Большое спасибо за это, большое за то, что вы сказали в рамках ведения. И сейчас, готовя нашу дискуссию, я хочу представить господина Хофена. Он является членом немецкого Бундестага. Он представит нам материал. Это будет видеоматериал о событиях первого круглого стола прошлого года. Вам слово, пожалуйста. Спасибо большое. Я очень рад, что я могу быть с вами. И я с удовольствием объявляю, что этот видеоматериал представляет то, что было в прошлом году в Берлине на круглом столе. Это был первый год, когда мы встретились на такой встрече в таком формате. Это была встреча парламентариев национальных парламентов. Это был день, который обиловал эмоциями. Тогда появился вызов. Может быть, вы помните? Пожалуйста, посмотрите сейчас этот видеоматериал.
Сегодня ИГФ сделал большой шаг вперед путем включения парламентариев в этот форум. Мы объединили то, что было разделено. В этом случае парламенты. В конечном итоге мы являемся теми, кто создает национальное законодательство и устанавливает правила. Я думаю, что это самый правильный подход. Именно этого нам не хватало. И это именно я беру в свой парламент и поощряю других коллег, чтобы они также вовлеклись. Я уверен, что парламентарии намного ближе к подходу к заинтересованным сторонам, а также к гражданскому обществу, чем исполнительные органы. Мы, как парламентарии, являемся законодателями, мы являемся теми, кто принимает решение, что следует сделать. Это не исполнительная ветвь. Мы должны заниматься оживленным обменом информацией. Если присмотреться, мы хотим создать сети вокруг мира, чтобы бороться против авторитарных властей. Мы можем поддерживать друг друга. Я лично считаю, что абсолютно необходимым является то, чтобы политики вовлекались на всех уровнях, особенно тогда, когда говорим об интернет-порядке. Если посмотрим на ситуацию в мире, парламентарии находятся в центре порядка, где бы это ни было. Я поощряю вас, чтобы ИГФ это делал путем парламентских путей. Энтузиазм для этих дебат, для обмена информацией является огромным. Давайте не искать более жестких процедур. Самым лучшим является то, как парламентарии участвовали в дискуссиях, какой большой энтузиазм они проявляли. Я лично считаю, что усилия, которые опираются на сотрудничество, очевидцем которых я являюсь, могут перенестись в наши страны. Если мы посмотрим на всю структуру управления и порядка, она охватывает абсолютно всех. Нужно вовлекать исполнительный отдел, разные организации, гражданского общества, другие организации, мы должны вовлекать абсолютно все аспекты человечества. И я думаю, что ИГА-2019 показала, что сотрудничество является ключом. Если мы хотим, чтобы этот мир пошел вперед, я думаю, что мы все должны сотрудничать, и мы должны уйти от индивидуального удобства. Нужно стать одним народом, одним миром для того, чтобы мы смогли пойти дальше. Я думаю, что ключом является усилия, которые опираются на сотрудничество. И мы являемся свидетелями этого сейчас. Я думаю, что это важно, потому что такое участие многих стран может представляться лучше всего парламентам. Если посмотреть на это с перспективы государств в прошлом, то правительства слишком часто были вовлечены. Мы знаем, что они зачастую представляют мнение одной страны, но существует огромная разница между странами. И я думаю, что это самый лучший подход, не потому что я политик оппозиции, но из-за моих глубоких убеждений. Я думаю, что с вовлечением всех заинтересованных сторон мы добьемся вовлеченности парламентариев, потому что они представляют людей и разные подходы в парламентах. И, по всей вероятности, они являются лучшими в перенесении идей из ИГФ в парламенты. Первое – это экосистема. На самом деле ИГФ относится ко многим разным проблемам. Эти проблемы взаимосвязаны, потому что мы смотрим на лучшее будущее. Мы должны справиться с этими проблемами, как с экосистемой, независимо. Это первое, о чем нам нужно помнить. Но я считаю, что то, что является исключительным ИГФ, это то, что раз в году мы можем встретиться и разговаривать на разные темы. И мы также можем развивать темы, о которых мы даже раньше не подумали. Это, в свою очередь, ведет меня к тому, чтобы я думала, что и то, что мы друг друга знаем, что мы встречаемся в одном зале, что мы разговариваем о тех же темах, является лучшим способом
как можно засыпать эту пропасть между политиками? Я думаю, что это главный вопрос этого призыва Джимми. Я считаю, что такого типа пузыри с фильтром являются проблемой. Мы должны выйти за свой горизонт, мы должны говорить с другими заинтересованными лицами. Намного лучше, когда парламентарии всего мира встречаются на ИГФ. И они дают управлять собой энтузиазму. Хорошо бы было, если бы они выходили на связь также и на, после этой встречи на протяжении года. Я считаю, что практическим способом укрепления сотрудничества является создание в ИГФ 2019 исполнительного комитета с участием парламентариев, которые под эгидой немецкого парламента. И, а мы все же можем вас поддержать, смогут принести в наши регионы дух ИГФ 2019. Я думаю, что парламенты должны выделить контактных лиц, и должен быть создан специальный комитет по техническим вопросам и по национальному законодательству, для того, чтобы это контактные лица могли действовать, опираясь на духа этого форума. Что касается контактных лиц, я думаю, что это дало бы много преимуществ, особенно для парламентариев. У нас есть представители парламентариев. Сегодняшнее вдохновление – это мотивировка завтрашнего дня. Мы мотивированы, чтобы действовать, чтобы работать. Я хочу сказать, что ИГЭ вдохновляет тогда, когда мы являемся его частью. Сейчас призвать парламентариев, чтобы вы участвовали в дискуссии. Пожалуйста, включите камеру, участвуйте в нашем заседании. С нами представители Румынской делегации. Я надеюсь, что вы с нами наши представители Нигерии и можем с нами поговорить. С нами тоже представители из Италии, из Польши. Участников нашей дискуссии. Я приветствую всех, приветствую вас с нашего круглого стола. И хочу начать с Маргариты Эскобар. Вы говорили о роли парламента, вы говорили о роли парламентариев, о роли их как законодателей. Вы тоже упоминали о том, сколько важно для парламента быть на связи, объединяться, обмениваться. Я хочу, чтобы все участники к этому отнеслись, потому что у нас полчаса минуты, у нас ограниченное время. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько интернет поменял отношения, взаимоотношения между парламентами, особенно в контексте пандемии COVID-19? У нас физически еще нет возможности присутствовать, у нас еще гибридные различные решения. Вы можете прокомментировать, насколько рефлексии связаны с парламентами? И повлияли на изменения отношений между парламентариями и гражданами. И я думаю, что это хорошая возможность, чтобы мы создали какое-то транспарентное решение. Пожалуйста.
У Маргариты отключен микрофон, ее, к сожалению, не слышно. Мы вас не слышим. Маргарита, мы вас не видим, не слышим. Мартин, я вижу, что твою видео. А, Маргарита, приветствую. Спасибо. Маргарита, пожалуйста, продолжайте. Я просто хотела отблагодарить Энди за это видение. Мануэль, тебя тоже благодарю за это замечательное видео. Когда я смотрю в прошлое, когда я смотрю на то, что произошло, я очень довольна, я очень рада, что могу сказать, что дух Джимми присутствует, что я передала ему дух, то, что он сказал в своем заявлении, когда мы были в Берлине. Ковид был за углом, когда мы уезжали из Берлина. Тогда все прошло очень быстро в направлении интернета, в направлении киберэры. И мне кажется, что COVID-19, отвечая на ваш вопрос, мне кажется, что COVID дал нам шанс, чтобы мы сблизились, чтобы парламентарии сблизились, чтобы сблизились с нашими стейкхолдерами. Только что я закончила встречу с гражданским обществом, потому что мы начинаем работать над законом о защите персональных данных. Одно, мы тоже должны задействовать новый закон, который будет относиться к доступу к интернету как к праву человека. Мы сейчас активно разговариваем на эту тему. Многие люди в противоположном случае могли бы остаться просто брошенными. COVID-19 дал нам шанс, дал нам возможность, чтобы доверить политикам, политике, представителям миротехники, которые работают вместе посредством интернет-платформ, интернета. Это замечательное явление. Я очень рада, что год тому назад я сказала все это на форуме в Берлине. Сейчас я могу сказать, учитывая нашу практику, что это то, что мы вынуждены были сделать. COVID еще привел к изоляции. Отизолировал этот межчеловеческий контакт. И это задача на будущее. Интернет может помочь нам добиться большей транспарентности, восстановить доверие. Также проводить действия, основанные на высшем уровне консультации. Консультации тоже на индивидуальном уровне. И над этим нужно еще работать. Что касается передачи fake information, фальшивых информации. Это огромная задача. Мы не знаем, что с этим делать. Но в Берлине я еще предусмотрела декларацию прав человека в интернете. Мы стараемся ее учесть в нашем законопроекте. Мы стараемся наш законопроект с ней согласовать. Мы ее учитываем эту декларацию в наших планах. Так что мне кажется, что мое время подошло к концу. И так что очень важно восстанавливать доверие, увеличивать доверие, объединять стейкхолдеров, которые занимаются законодательством. Необходимо продолжать информацию и борьбу тоже с fake news. Большое спасибо, Маргарита Эскобар. А теперь Кшиштоф. Кшиштоф из Польши. Могу ли я вам задать тот же вопрос? Как по вашему цифровой технологии могут нам помочь построить более транспарентное общение, более транспарентное коммуникацию? Большое спасибо. Спасибо за эту презентацию. Очень интересная дискуссии. В Польше мы поддерживаем универсальный доступ к интернету. Пандемия показала нам, сколь важно значение интернета. Как интернет позволяет нам получить доступ к тому, к чему без него это не было бы возможно, сколь интернет важен для пользователей, для экономики,
Конечно, и нам еще необходимо делать многое, нам нужно еще более эффективно работать над тем, чтобы образование, общение было возможно по интернету, интегрировать участников интернет-сети. Нужно работать над ускорением интернетом. И контекст пандемии повлияло на то, что многие наши активности перешли в киберпространство. Это развитие технологий должно продвигаться все быстрее. Эта цифровая трансформация все в будущем приведет наверняка к тому, что будут исчезать некоторые профессии, что будут меняться разные профессии, что возникать будут новые профессии. Умение пользоваться киберинструментами будет просто необходимой на рынке труда. И всегда была и будет огромная роль парламента в этой области. И это заседание сегодня очень важно, потому что благодаря этим заседаниям мы можем общаться, мы можем элиминировать интернет-отвержение. Господин Кшиштоф-Коровский, большое вам спасибо. А теперь перейдем к господину Хоффманту. Вы и Маргарита, вы присутствовали на прошлогоднем форуме, наверняка у вас есть интересное наблюдение. Я хочу вас спросить о следующем. Это такой технический вопрос. Вы сказали, что во время дискуссии о том, как представляется парламент, как представляет парламентариев, что в этом контексте, может, не очень хорошая и было основание технического представительства. То важно, чтобы парламентарии общались друг с другом. Вы можете это шире прокомментировать? Почему так важно? Не то, чтобы говорить со своими гражданами, что важен сам глобальный диалог между парламентариями. Да, Энди, большое спасибо. Это замечательный вопрос. И в прошлом году, когда мы встречались на форуме, мы только узнали о том, что во всем мире очень много парламентариев, которые задумываются над тем, как действует управление интернетом глобально, оно действует во всем мире. Мы, как парламентарии, очень часто смотрим только на собственную страну. Мы сосредотачиваем на нашем местном сообществе, на регионе, ну, может, на европейском регионе. Но, в общем, как парламентарии, мы очень редко общаемся с другими парламентариями, с парламентариями из других стран. А ведь это обмен идеями, обмен способами мышления. Много мы можем научиться у представителей других стран. У парламентариев одинаковые проблемы, разные идеи. Поэтому интересно организовать такие встречи. Маргарита говорила о том, что здорово встретиться в одном зале. Сейчас в виртуальном зале это, конечно, лучше, чем ничего. Я надеюсь, что в следующем году мы правда встретимся в одном месте, в одном зале. Я хочу подчеркнуть еще одну вещь. Я хочу всех призвать к сотрудничеству, к неформальному сотрудничеству между парламентариями для того, чтобы собираться, говорить друг с другом, обмениваться идеями насчет ЕФ. Возможно, мы должны внедрять первые идеи, мы должны это начать уже в следующем году в рамках нашего форума. Может, предоставить нам возможность, чтобы оставаться на связи весь год, чтобы не встречаться просто раз в году, а быть постоянно на связи. Так что если вы заинтересованы создать такую рабочую группу, то я с вашей поддержкой буду рад координировать такие действия. И я считаю, как и Маргарита, что здорово быть на связи, обмениваться опытом, идеями. Мы, парламентарии, могли бы внедрять эффективнее на практике наши идеи, которые обсуждались в прошлом году на форуме. Так что давайте будем вместе, давайте будем на связи. Это
наверное, мое последнее главное слово, это то, о чем говорил Шульц, господин Шульц, когда он формулировал свое заявление, когда он формулировал свое послание. Он всегда задумывался над тем, почему на форуме всегда так столько много представителей правительства и почему так мало представителей парламента. Большое спасибо. Спасибо, Мартин. Это очень богатое предложение, что вы готовы быть координатором. Я абсолютно с вами согласен. Мы видели за последние месяцы, сколь важным является нетворкинг. Мы в нашем центре тоже видим, что те дети, которые мы построили вокруг других тем, они работают, они снижают парламенты, а не помогают парламентариям. На уровне самих парламентариев тоже есть много различных возможностей. Ваше предложение очень ценно. А теперь Мартин Пунтонати из Италии, пожалуйста. Я бы хотел вас попросить сказать несколько слов в контексте того, что мы можем делать относительно объединять парламентариев, общества, как быть с теми более отверженными группами, у которых слабый доступ к интернету, как все могут оставаться на связи. Добрый день и добрый вечер всем. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Большое спасибо за приглашение. Отвечая на ваш интереснейший вопрос, я хочу сказать, что это тема, которая касается не только пандемии COVID-19, речь идет о большем. В течение 2 минут рассказать обо всем невозможно. Рассказать о всем, что мы делаем, что у нас происходит. У нас оригинальная организация. Мы практически полностью функционируем онлайн. В интернет-режиме. Мы стараемся встречаться также с нашими гражданами по интернету. Это требует огромных усилий, чтобы поддерживать демократию. Это вопрос, который касается не только нашей партии, это в общем глобальная проблема, глобальное явление. Когда я смотрю на то, что происходит в Европе, я вижу, что с точки зрения либеральных демократий время не самое лучшее. Меняется поддержка для различных политических партий. Мы наблюдаем огромные сомнения насчет местных политик. На это все еще влияет пандемия. Есть много сообществ, которым не хватает представителей. Так что наша либеральная демократия, основанная на участии, у нее огромные сейчас проблемы. И очень часто граждане чувствуют, что они очень далеко от институтов. Я глубоко убежден, что интернет может предоставить людям инструменты, которые позволят им лучше формировать критическое мышление. Интернет может нас сблизить в рамках одной среды, в условиях одной платформы, одной среды. Мы можем, конечно, чему-то научиться заодно, но это прежде всего инструмент объединения. Поэтому мы хотим, чтобы и наш парламент активно в этом участвовал, чтобы наши граждане были в центре внимания. У меня осталось только 10 секунд, и очень важно, чтобы наши парламенты включались, вовлекались в важные консалтинговые группы, которые занимаются интернетом, как данный форум. То, что мы просто предоставляем наши мейл-адреса, это уже важно, это уже помогает быть на связи. Большое спасибо. Александр Хинштейн, пожалуйста. Я постараюсь пойти дальше в этом направлении. Как мы можем эффективно объединять парламентариев и граждан? Есть некоторые сложности.
для некоторых этой сложностью является владение с интернетом. Давайте, может, за несколько минут мы задумаемся над тем, как думают политики. Как вы, как политики, можете быть на связи с людьми, с гражданами? Просто расскажите по-своему, чтобы не строить новых элит, а как быть с гражданами? Господин Кишкин, вам это советует. Да. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Я благодарю организаторов форума за возможность выступить и возможность обменяться опытом парламентариями разных стран. Уверен, что проблемы, которые возникли перед нашими странами и народами, по сути, являются однотипными. Россия, как самая большая по площади страна, с разными климатическими зонами, часовыми поясами, конечно же, очень тяжело пережила и переживает последствия пандемии. Этот удар был для нас крайне тяжелым. Тем не менее, государство, парламент вместе с гражданским обществом практически с первых же дней этой беды начали вырабатывать и конкретные механизмы, как решать проблемы, и конкретные пути помощи. Ну, я могу вам, например, сказать о том, что в России сегодня невиданных размеров приобрело волонтерское движение. Не просто десятки, а сотни тысяч людей по всей стране сегодня вовлечены в волонтерское движение. Они помогают врачам, медработникам. Они разносят продукты и лекарства для людей старшего возраста. Передаются транспорт и транспортные средства в адрес медицинских учреждений, потому что элементарно не хватает карет скорой помощи. Люди сами выезжают на машинах, помогают перевозить больных. Все депутаты Государственной Думы, я представляю Нижнюю Палату Парламента, перечислили месячную зарплату на помощь в борьбе с COVID. Партия «Единая Россия», правящая партия в нашей стране, которую также я представляю, собрала более миллиарда рублей и направила это на борьбу с COVID. Мы реализовываем совместными усилиями различные цифровые механизмы, которые помогают людям преодолевать последствия пандемии. Один из тех механизмов, который, как мне кажется, может быть интересен и для других стран, это тот перевод учащихся, в первую очередь речь идет о школах средних, на дистанционное обучение. В экстренном режиме мы совместно с крупнейшими издательскими холдингами, с министерствами профильными, сумели не просто развернуть возможность онлайн дистанционного обучения, когда был в кратчайшие сроки запущен портал School Online, он называется, кому интересно, может зайти и посмотреть, единственное, там все по-русски, на русском, кроме иностранных, предметов иностранного языка, конечно же. Так вот, на этом портале были и размещены по сей день образовательные предметы в разрезе от первого до последнего класса. Кроме того, мы сумели оперативно запустить телевизионное дистанционное обучение, когда на федеральном телевидении, то есть это 99% зоны охвата всей территории нашей страны, в утренние часы в течение 3 часов, параллельно с тем, что есть в интернете, идут уроки 30-минутные для выпускных классов. Это было важно в весенний период, поскольку выпускные классы должны были дальше поступать в вузы. Вот этот опыт, который мы получили, как мне кажется, он очень интересен, и повторюсь вновь, он может быть полезен и для других стран, поскольку, конечно, перевод дистанционное обучение, как вариативность, так или иначе, всегда должна была государством разрабатываться и восприниматься. И Россия шла по этому пути. Но именно, вот я не знаю, как переводчики переведут на английский русскую поговорку, но она звучит так: не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот благодаря коронавирусу, как я уже сказал, мы сегодня в России
развили очень сильно волонтерское движение, которого у нас в таком масштабе не было никогда. Благодаря коронавирусу мы сегодня сумели перевести в цифру все наши образовательные предметы для СИО, средней школы, и такая же работа сейчас ведется по ВУЗу. Благодаря коронавирусу очень сильно в России получили свое развитие различные интернет-продукты, и в первую очередь это дистанционное общение, удаленное. Вот то общение по Zoom, которое мы ведем сегодня с вами, сегодня в России абсолютно стало практикой совещания, любые мероприятия, форумы, вплоть до концертов сегодня, выпускных вечеров и прочее, сегодня проходит по Zoom, и мы занимаемся сегодня разработкой отечественных продуктов, потому что, ну, считаем важным, чтобы это имело именно национальную основу. Я не стал рассказывать сегодня о тех мерах поддержки, которые приняты государством в части общества и в части поддержки именно IT-индустрии и интернета, просто экономия времени участников форума. Но если это кому-то интересно, я готов рассказать об этом подробно, потому что и здесь Россия накопила большой опыт. И, коллеги, в завершение я хотел бы немножко от позитива перейти к негативной стороне. У меня, я смотрю, два запланированы здесь доклад, но я думаю, что, чтобы опять же время ваше сэкономить, наверное, я уложу все вот в это одно свое выступление. Я хотел сказать и о негативных тенденциях, которые развились, к сожалению, в интернете, в цифровых технологиях в связи с ростом коронавируса. Это огромный рост IT-преступности. Это проблема, которую мы видим во всем мире. В России я могу вам назвать официальные цифры. Киберпреступность за первое полугодие этого года увеличилась ровно вдвое. Сегодня по официальной статистике каждое четвертое преступление в России – это преступление, связанное с IT-технологией. Это преступление, когда используется интернет и средства коммуникации для мошеннических действий, используются различные фишинговые продукты, списываются у людей деньги с банковских счетов, даются им неправильные аккредитивы и так дальше. И я хотел бы, коллеги, обратиться с темой о необходимости активизации совместных усилий в борьбе с киберпреступностью, потому что она касается всех. Потому что значительная часть преступлений, происходящих в России, к сожалению, начинаются за пределами России, потому что преступники, многие из них находятся вне нашей юрисдикции. И точно так же каждый из стран, я абсолютно уверен, переживает ровно те же проблемы. Преступники из других национальных юрисдикций совершают преступления в отношении ваших граждан на вашей территории. Не исключаю, кстати, что и от российских преступников страдают граждане каких-то других стран, так же, как российские граждане страдают от преступлений, совершаемых с территории самых разных государств со всего земного шара. Здесь нет нисколько политики, это исключительно преступность. Так вот, важным этапом выработки международных инструментов в сфере информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью стало принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Отмечу, что инициатором принятия документа была именно моя страна, Российская Федерация. И здесь отправным документом о международном сотрудничестве в сфере кибербезопасности, полагаю, может стать российский проект конвенции о сотрудничестве в сфере противодействия информационной преступности. Сегодня этот документ официально распространен в ООН. Я предложил бы коллеге возможность обсуждения этого проекта, который, конечно же, может быть доработан, усовершенствован, но он должен стать катализатором выработки единых мер по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий в рамках Организации Объединенных Наций. К сожалению, завершая свое выступление, как мы видим, интернет не только объединяет людей, не только способствует развитию у гражданского общества дополнительного чувства своей востребованности, не только сближает между собой власти и граждан, а я повторюсь, каждый из депутатов, каждый из моих коллег принимает непосредственно личное участие в волонтерской работе. К сожалению, интернет и проблема с коронавирусом
провоцируют и негативные тенденции, нам всем миром сообща необходимо этому противостоять. Спасибо за внимание. Если будут какие-то вопросы, я с удовольствием готов ответить. Большое спасибо за это высказывание. Мне кажется, что, подытоживая, мы услышали очень интересную дискуссию на тему того, что многим из нас служит нигерийский. Но этих отрицательных моментов тоже очень много. Сейчас представительница Европейского парламента справится с задачей подведения итогов того, что мы услышали на протяжении последних 25 минут дискуссии. Спасибо большое, Энди, я сделаю все возможное. Я слушала, и я очень благодарна всем участникам. Это было очень интересно. Многие те же самые приоритеты, те же самые темы появлялись в высказываниях всех наших говорящих. Я бы подчеркнула, что кризис COVID – это трагедия для людей, но мы должны и как-то использовать эту трагедию для оцифровки. Именно оцифровка стала первой темой, и мы должны воспользоваться этими преимуществами, как дистанционное обучение. Но есть, конечно, и отрицательные стороны, киберпреступность, но также и кибергигиена, потому что мы должны все знать побольше об этой гигиене дистанционной работы. И относясь к тому, что говорил коллега из России, я согласна, что международное сотрудничество является ключевым. И существует уже Будапештанская конвенция, которая открыта для всех стран. И еще несколько слов дополнительно. Сотрудничество должно функционировать на всех уровнях, начиная с ООН. В этом году мы отмечаем 65-ю годовщину со дня создания ООН. Это самый подходящий момент, чтобы ООН придавал большое значение оцифровке. У меня честь служить именно в панели, которая занимается оцифровкой, и очередной шаг для регионального сотрудничество. Мне очень нравится эта идея более близкого сотрудничества между парламентами. Мы говорим о многих заинтересованных сторонах. Мы зачастую относимся к парламентариям, к академической среде, но конкретно мы о политиках не говорим. Но парламентарии, которые были избраны людьми, должны иметь возможность что-то сказать. Поэтому я поддерживаю эту идею. Сегодня у меня, можно сказать, две стороны. Я приехала из Эстонии. Это страна, которая уже 30 лет пользуется именно преимуществами интернета и оцифровки. Мы с помощью интернета голосуем при прозрачном обществе. Но это возможно только тогда, если есть доверие между гражданами и поставщиками услуг, и между гражданами и правительством. Если этого доверия не будет, то наши граждане не будут в состоянии вполне пользоваться теми преимуществами, которые связаны с цифровкой. А снискание этого доверия, создание доверия, это именно то поприще, на котором политики имеют больше всего возможности, чтобы что-то сделать. Я счастлива, что в настоящем бюджете мы настолько большой приоритет придали оцифровке. Из каждой перспективы, с каждой точки зрения, говорим ли мы о данных, говорим ли мы о борьбе с коррупцией или говорим ли мы о защите прав человека. Все эти темы являются наравне существенными. And я сделала все возможное, но я думаю, что еще многие вопросы будут затронуты. Дорогие коллеги, мне так приятно вас видеть, хотя не вживую, но надеюсь, что мы уже в последний раз так встречаемся. Спасибо. Большое спасибо.
это действительно очень эмоциональное выступление. Мощность интернета меняет способ, как мы воспринимаем демократию и наших представителей. Порен Стиви из Никарагуи. Я вернусь к тебе, чтобы отнестись к тому, что мы услышали во время последней сессии, особенно в плане доверия. Я всех приветствую сердечно. Добрый вечер. Передаю сердечный привет из нашей страны Никарагуи. В прошлом году у нас также была возможность принять участие во встрече, которая проходила в Берлине, в Германии. И мы там принимали активное участие. Я хочу сказать, что то, что мы услышали сегодня, а также вчера, и в остальных частях конференции, я хочу сказать, что мы, парламентарии, должны быть более осведомленными насчет общественного и экономического контекста. Потому что то, что очень важно, это доступ к интернету. Он должен быть обеспечен во всех странах. А есть страны, в которых с этим доступом похуже. Это, например, развивающиеся страны. Я хотела бы также отнестись к вопросам, связанным со здоровьем во время пандемии. Нам очень важно, чтобы была сильная модель здравоохранения, также и онлайн, которая обеспечит этими услугами семьи, граждан. Это большая разница. Является ли служба здравоохранения бесплатно или нужно за нее платить? Важно также то, что нужно как-то справиться с действительностью, которая является другой в разных странах. Важно также и то, какой подход доведет нас до соответствующей координации действий службы здравоохранения, помня заодно об экономике. Для такой страны, как наша, в случае Никарагуи 40% нашего населения живет в селах, а 80% населения городов работает в теневой экономике. Поэтому нам нужно помнить об этом. Нам нельзя просто закрыть наши экономики. Мы не можем себе позволить на полный локдаун. Парламент должен об этом помнить и разрабатывать свои стратегии, опираясь на эти факты. Поэтому следует найти творческие способы действий для того, чтобы работать в дальнейшем и развивать экономику. Об этом должен помнить парламент. И мы в Никарагуи не можем себе позволить, чтобы не работать. Мы должны изобрести эту работу заново, найти другую работу. Конечно, я отношусь к работе, которая является дистанционной. Очередной и существенный вопрос – это как поддерживать общение. По-моему, интернет нас сильно поддерживает. Как было уже сказано, кажется, вчера, тут дело не только об общении между парламентариями, но также и за пределами страны. Мы говорим также об общении на международном уровне со всеми заинтересованными лицами. В нашей Центральной Америке у нас очень хорошо развиты двусторонние отношения, но также и межконтинентальные отношения. Поэтому очень важно, чтобы это общение продолжалось. Очередной вопрос, который я хочу затронуть, это использование технологий. Конечно, эти технологии становятся ключевыми, они являются очень важными. И в этой ситуации коммуникация является ключевой для консультационных целей. Когда мы принимаем какие-то правовые решения, нам нужно их проконсультировать, но нам нельзя сейчас собраться в одном зале со всеми
заинтересованными сторонами, чтобы это проконсультировать. Мы заставлены это делать через интернет. Очередной вопрос, который я хочу затронуть, это прямая трансляция заседаний парламента в соцсетях или в разных веб-страницах. Это мы уже делаем для того, чтобы строить, чтобы снискать доверие населения к парламенту. Законодательный вестник в нашей стране уже имеет цифровую форму. Давайте помнить также о многоязычности, о переводах, в том числе и об устных переводах. Многие парламентарии нуждаются в переводчике, чтобы передать свое послание гражданам. Я говорю о многих языках, относясь к тем странам, которые являются многоязычными. Я думаю, что будет такой момент, когда мы вернемся к стационарным встречам, но нам нужно помнить также о вопросе биобезопасности. Это относится не только к парламентариям, но также и к населению, ко всему обществу, которое будет заставлено построиться к новой действительности. Нужно также пользоваться местными СМИ, радио, телевидением. Не нужно полагаться только на интернет, потому что не везде население имеет доступ к этому же интернету. Прежде всего, я отношусь к удаленным местностям, к селам, где не хватает этой цифровой инфраструктуры. Я хочу также упомянуть, что в настоящий момент из-за того, о чем говорил коллега из России, то есть из-за роста киберпреступности, мы тоже это регистрируем, фиксируем в нашей стране, мы вводим правовые решения против этого явления, которые мы были заставлены консультировать, но также пришлось очень быстро принять правовые решения для того, чтобы обеспечить защиту от этой же киберпреступности. Очередной вызов, который перед нами появляется, это обучение интернет-компетенциям. Может быть, нам нужны более молодые парламентарии, но любой парламентарий должен уметь пользоваться программами, которые обслуживают телеконференции. Нужно инвестировать в курсы по обучению, а также в инфраструктуру. Нам нужно знать о том, что такая ситуация может повториться или может продолжаться еще довольно длительное время. И об этом нужно помнить, когда мы будем проектировать наши бюджеты, что любые цифровые вопросы будут все больше присутствовать в нашей жизни. Киберпреступность – это большой вызов. И я рада, что мы об этом говорим на этом форуме. Нам нужен также обмен информацией между парламентариями, что касается законодательных решений в отношении этих вопросов. Давайте учиться друг у друга, давайте наблюдать за нашими юридическими решениями и давайте искать идеи там, где они появляются. Нам нужно постоянно анализировать эту тему, потому что она является ключевой в глобальном масштабе. Мы будем все больше нуждаться в цифровых технологиях, мы будем во все большей степени от них зависеть. И в конце я хочу вам сказать, что нужно вовлечься еще сильнее в работу над внедрением международной конвенции, относясь хотя бы к киберпреступности и к другим проблемам, которые связаны с действиями в интернете. Поэтому настолько важно сотрудничество между парламентами. Спасибо большое за внимание.
хочу, чтобы вы рассказали про свои обязательства, которые вы взяли на себя, чтобы увеличить роль парламентариев. Я начну с Маргариты Эскобар. Пожалуйста, за минуту подведи итоги. Какие обязательства ты хочешь взять на себя как парламентарий? Mam włączone. Маргарита, ты все еще отключена, у тебя отключен микрофон. Спасибо. Я считаю, что нам необходимо понимать, что сама доброволя, она недостаточна для того, чтобы строить взаимопонимание. Нам нужно создать проект. И нам нужно бороться с коррупцией. Нам нужно работать над мощностью моральной власти. Нам нужно работать на безопасности. Заодно я считаю, что будущее нас озадачит тем, чтобы мы могли работать над новым проектом во имя развития для того, чтобы передать основные идеи как бы, к технологиям, к интернету, к финансовым ресурсам, чтобы создать киберинфраструктуру в тех областях, в которых нет доступа к интернету. Да, одно нужно тоже ориентироваться на устойчивое развитие. Очень важный вопрос. Это вопрос школ, технологий в школах. Это время ставить перед нами важнейшие задачи. Я ценю, конечно, все успехи, которых мы добиваемся благодаря интернету, но я понимаю тоже, перед какими задачами стоят развивающие страны. Такой страной является также Сальвадор. Заодно я хочу остановить еще одной мыслью. Думаю о том, как мы будем смотреть на историю, как мы воспринимаем историю. Мы на нее смотрим как на нечто, что принадлежит прошлому, тем, кто были до нас. Или история сейчас происходит в нас. И это важный вопрос, вопрос для нас всех. Если мы смотрим на историю как на сегодняшний день, а не как на вчерашний день, история – это мы, а не те, кто были до нас, то это позволит нам работать во благо общества, которое у нас сегодня. Это позволит нам работать над всеми этими целями на нашей собственной территории. Я буду работать в Сальвадоре, буду работать как человек, который участвует в законодательстве. И я буду согласовывая свои действия с духом того, о чем говорил Шульц в прошлом году в Берлине. Большое спасибо всем, и я жду общения с вами. Большое спасибо, Маргарита. Это было замечательно, и вас призыв к общему действию, это замечательно. Это покажет нам путь на будущее. Господин Кубин, а вы можете поделиться, что вы можете сделать, что вы хотите сделать, что ты обязываешься делайте, пожалуйста, представьте это в краткой форме. Большое спасибо. Как Маргарита уже сказала, сотрудничество международное, содействие очень важно. Если мы хотим действительно смотреть вместе, объединяться вокруг одной темы, если мы посмотрим на вот эти вопросы, задачи, которые ставит между нами цивилизация, мы видим различные идеи, воззрения, мы можем смотреть друг на друга, а не смотреть в разные стороны с одного места. Мы можем обмениваться идеями, концепциями, спорить на тему установок, мы можем на равных обмениваться опытом, идеями, как парламентарии. Я председатель комитета цифровой агенды в Бундестаге, и я бы хотел
подтолкнуть всех создать такую группу межпарламентскую, которая будет нас объединять, чтобы мы могли обмениваться идеями, чтобы мы могли проводить какие-то конкретные действия, обсуждать конкретные темы. Я думаю, что такое сотрудничество очень важно, что очень важно, чтобы мы, парламентарии, оставались на связи и могли относиться к различным вопросам цивилизации, чтобы могли учиться друг у друга, чтобы мы могли учиться для блага наших собственных стран, чтобы мы могли посмотреть на различные вопросы глазами человека, который находится в другой стране. И так мы можем создавать мощь, силу, и мы сможем вместе фактически, мы сможем встречаться в реальности в одном зале, но пока давайте пользоваться интернетом, виртуальными залами, и давайте обмениваться хоть так, это тоже важно. Это то, что для меня очень важно. Большое спасибо, Мануэль. Было бы здорово находиться в одном зале. Я надеюсь, что скоро мы сможем найти танцевать. Теперь я обращаюсь к вам. Я попрошу всех, чтобы высказали какое-то свое обязательство, свою приверженность к чему-то. Как вы считаете, как это может выглядеть для граждан? Как, что мы можем обещать гражданам? Простите, это сложная задача, но, пожалуйста, за минуту ответьте. Да, я считаю, что очень важно находить здесь решение. Я убежден, что киберсотрудничество – это главное. Нам необходимо вовлекаться в такое сотрудничество и вовлекать его и технологический сектор. Я убежден, что если мы примем совместные меры, то мы добьемся наших целей. Любой парламентарий может своим правительством порекомендовать определенные действия. Мы должны помнить о наших обязательствах, потому что оно связано с будущим интернета. И это не принадлежит какому-то одному сектору или только гражданам. Это все касается нас всех. Правительства тоже несут ответственность, но они имеют право. И то же самое касается и граждан, и предприятий. Поэтому нужно делиться этим документом и нужно быть на связи. Большое спасибо. Большое спасибо, Мартин. Время бежит все быстрее. И я обращусь к представителю Бангладеша. Вы только что подключились к нам как наблюдатель. Пожалуйста, тоже кратко отнеситесь к этой тематике, к обязательствам. Вы слышите? Да. Я слышала про те угрозы, которым мы подвергаемся во время пандемии. Это касается и экономических структур, и гражданских структур. Все поменяется, конечно, после пандемии. Что касается того, что я услышала, мы бы хотели посмотреть на то, как это будет выглядеть в контексте равенства граждан. Необходимо задуматься тоже над нашими способностями, как мы тестируем технологии, чтобы не было интернет-пропасти, я как имею в виду, или электронное здоровье, электронное образование. В этом всем должны участвовать все. К этим очень важен доступ к этим приложениям, очень важен доступ к новым технологическим решениям. Это все связано с 4-й промышленной революцией. И очень важно, как мы будем содействовать в области трансфера данных. Все эти сектора требуют объединения, интеграции. Нужно согласовывать и программы, и действия, и нужно быть нацеленным на конкретные задачи. Заодно в центре нашей столицы необходимо ставить человека. В центре внимания должен быть человек и
этой мысли нужно внедрять новый закон на положение, новые решения. Мы понимаем, как выглядит глобальное законоположение. Мы знаем, как что выглядит на местном уровне. А нужно действовать тоже глобально. И нужно решать проблемы, связанные с глобальной кибербезопасностью. Ведь в интернете тоже появляются новые экономики. Нужно обращать внимание на международное сотрудничество, а на локальном уровне нужно подчеркнуть существенность новых законоположений и нужно подчеркивать, что доступ к интернету – это основное право человека, которое должно гарантироваться правительство. Пандемия показала наши слабые пункты, она обнажила наши слабые пункты и показала, как нужно идти в стремиться к общему цифровому образованию. Во всех секторах мы относимся к основным правам человека, и правительство обязано гарантировать, чтобы исчезла эта пропасть, исчез этот раздел. Во всех областях интернет имеет ключевое значение. И то, как мы пользуемся интернетом для того, чтобы побороть различия между представителями общества, это очень важно. Я не буду продолжать, я просто сосредоточусь на четвертой промышленной революции и подчеркну еще раз, что мы сейчас вступаем на новый путь, на путь, на сходим в эру, когда будет планировать машины, технологии, аппараты, и нужно подумать, как можно им придать человеческое лицо. И на этом я хочу закончить. И мы сейчас живем в последнем доме. Это стеклянный дом, транспарентный дом. Но жизнь граждан в этом доме, мы ее видим. И нельзя забывать тоже про приватность. И нам нужен безопасный интернет. Безопасный интернет. И чтобы этого добиться, требуется тоже договора на тему стандартизации технологий. Большое спасибо. Большое спасибо вам. Я думаю, это было замечательное заявление для подведения итогов нашего заседания, которое продвигает интеграцию. Раз мы уже упомянули вовлечение, интеграцию, мы видим, что Франческо под руками. Что, пожалуйста, вам предоставляется слово. Вы меня видите, слышите? Да, я тебя слышу, но я тебя не вижу. Но все равно давайте попробуем. А сейчас, кажется, вы меня уже видите. Слышите? Меня слышно? Слышим, и кажется, я тебя вижу. Меня зовут Франческо Берти, и я член итальянского парламента, это представитель движения 5 звезд. Я хочу поблагодарить форум за это заседание. Нас попросили внестись к теме цифрового образования, дистанционного образования. Нам нужно больше молодых парламентариев, которые могут действовать в области технологической инновации. В Италии мы обосновали три вещи. Мы работаем над киберобразованием публичных... Я не знаю, хорошо ли работает твой микрофон. Можешь поставить свои вопросы в контер-чат, но мы тебя не... Слышу. А нет, я тебя уже слышу. Слышу и вижу, Франческо. Продолжайте. Окей, так что вы меня слышите. Я говорил о том, как мы в Италии подходим к направлению киберобразования, потому что в Италии мы являемся теми, кто занимается образованием в интернете, киберобразованием чиновников. Это важный вопрос. Мы решили понимать квалификации
тем людям, которые занимают ключевые позиции на уровне, например, генеральных директоров. Мы стараемся генеральным директорам передавать знания относительно именно технологий. Мы стараемся поднимать их квалификации в области новых технологий, они потом могут поделиться этим знанием. Вторая сфера наших действий – это fake news. Это огромнейшая угроза. Иногда они являются инструментом, предлогом для политических битв, споров, но все же они являются большой угрозой для демократии. Что касается молодых людей, нужно не только киберобразование, им нужно тоже образование в области гражданского общества. Их нужно учить уважение, эмпатии, сочувствие. Молодое поколение замечательно знает, как использовать интернет-платформы. Они знают, они в этом, этим пользуются очень ловко. Но что касается общей перспективы, общей картины, то после того, как выборы в США выиграл Байден, это может открыть путь к новым многосторонним организациям. У нас сейчас доступ к инструменту, который позволяет вводить новые инновации. Но я считаю, что Италия дает замечательный пример. Не только Италия, а многие другие страны дают замечательный пример. Поэтому, как сегодня мы с этими задачами не только технологии, но и организации. Задача для международного сообщества – это задача управления, организации. И, например, основной проблемой, универсальной проблемой являются налоги, налогообложения. Кто-то сказал, что у нас есть новая платформа, которая создает некого вида основы парламентарии и правительство не совсем содействует в этом ритме. Ведь парламент и правительство, они действуют на уровне всей страны. И здесь нужно обеспечивать честную конкурентоспособность. Это на сегодняшний день очень важно, и нужно создать некоторые международные рамки для налогообложения. Нужно тоже работать над этим вопросом на национальном уровне. И в международной области также нам нужна новая платформа, да, налогов. У нас есть некоторые проблемы, которые касаются приватности. Я очень рада, что в общем касается Европы, то наша реклама персональных данных действует хорошо, у нас очень близкие гарантии защиты приватности. Это регламент очень важен. Кто-то говорил про доверие. Я не совсем убежден, какова сейчас роль правовой платформа, но без регуляции, без инновации мы не построим никак доверие. Но заодно эти инструменты позволяют манипулировать. И необходимо это понимать, мы это понимаем. Я глубоко убежден, что есть замечательные инструменты, которые нам предоставляют инновации. Но без контроля над фейком, без обеспечения доверия, без концентрации на доверии, то многие инструменты могут... И мы ждем вашего участия в панели. Да, раз большое спасибо. Это были очень мощные слова, сильное высказывание. Я вижу, что многие хотят высказаться. А время идет, и я хочу всех благодарить и попрошу Кшиштофа Агавского из польского парламента, чтобы от имени Польши, как один из хозяев этой встречи, чтобы он читал документ, так называемый аутпут, чтобы этот документ доступен онлайн, вы можете его комментировать, когда вы зайдете на сайт форума, вы увидите этот документ, который сейчас прочитает Кшиштоф. Большое спасибо, Энгель.
Спасибо за эту интересную дискуссию. Вы сказали очень интересные вещи. Вы сказали о том, что растет роль интернета. Вы говорили о роли новых технологий, о том, как эта роль увеличивается. Основным элементом должно быть сотрудничество. Кажется, это проблема на стороне господина Гавковского, потому что Энди с противоположной стороны без проблем перемещается в рамках видеокамеры. Наше предложение, касающееся сотрудничества парламентариев в открытом мире. Спасибо большое, Кшиштоф, большое спасибо. Это было хорошее резюме. Как я сказал раньше, этот документ вы можете прочитать. Все, кто желает прочитать этот документ, прокомментировать, можете его посмотреть на интернет-страница ИГФ. Мы можем также с вами связаться и отправить вам его. Мы приближаемся к концу нашей сессии. И, как всегда, в конце такого мероприятия хотел бы сказать, что я предпочитал бы, чтобы у нас были 3 часа, а не 1,5 часа, потому что у нас настолько мало времени, когда мы встречаемся, чтобы затронуть все те вопросы, которые мы хотим обсудить. Я сегодня заметила, что у нас очень важная роль для парламентариев в области управления интернетом. Интернет играет важную роль. И мы говорим о гражданском обществе, о голосе парламентариев. Это все важные аспекты. Голос парламентариев имеет первоочередное значение. Парламентарии устанавливают закон. Парламентарии также привлекают правительство к ответственности. Они также ставят трудные вопросы, они являются представителями народа. Поэтому сегодняшний день дал нам возможность посмотреть на роль и назначение парламентариев, а также парламентов. Со всей уверенностью в контексте Межпарламентского союза и Центра по парламентской инновации мы боролись с самого начала, не так уж давно, особенно принимая во внимание пандемию, кажется, что это уже давным-давно. Но на самом деле 2 года тому назад, это состоялось, о чем я сейчас говорю, мы стараемся налаживать контакты между парламентариями для того, чтобы решать разные вопросы, касающиеся инноваций и технологий. Управление в интернете является проблемой, которая имеет значение для нас. И как мы видим, со всей уверенностью, с моей точки зрения, эта технология не так уж хороша, как если бы мы делились, конечно, если бы мы были вместе. Но для нас очень важно, для всех обществ в мире, чтобы пользоваться интернетом. И в конце я хочу привести к концу нашу встречу, завершить ее. Спасибо Александру, Кшиштофу, Мануэлю Хафилину и Хаснахафину, Марине Гарланд и другим лицам, которые высказывались во время этой сессии. Большое спасибо вам за то, что вы приняли участие в этих дебатах. Извиняюсь, что у нас не было достаточно времени, чтобы ввести больше аргументов, которые были представлены. Но я очень благодарен за эти беседы. Я очень благодарен за ваш вклад. Поэтому я поощряю вас всех, чтобы вы осуществили пересмотр этого документа. Я хочу вас поблагодарить, чтобы вы также высказывались на тему налаживания контакта.
контактов в отношениях между парламентами. И давайте подумаем о том, как этот разговор может пойти дальше. Мы все не можем дождаться, пока сядем лицом к лицу. И, может быть, в следующем году мы сможем провести эту беседу физически. Но давайте не ждать следующего года. Парламентарии могут многое сделать. Это имеет огромное значение. Большое спасибо генеральному секретарю ООН, а также генеральному секретарю Межпарламентского союза за это ведение. Большое спасибо моим коллегам в IPU и большое спасибо моим коллегам из нашего бюро за то, что удалось провести также очень интересный второй уже круглый стол парламентариев. Желаю вам отлично провести этот вечер. Надеюсь, что вам понравилась эта встреча и что остальная часть также будет для вас интересной. Большое спасибо и до свидания.